Алло, здравствуйте, друзья. Мы снова в моем саду. Вот. Вот он так выглядит. Это кусочек сада уже не молодой. Вот он, супер дерево, манжурский патриарх. Это громадина. Трудно оценить его размеры. Вот. Вот. Ну, за 15-20 лет черешни стали вот такими. Сейчас подойду к главному. Вот я не могу не отметить каждое дерево, но для этого нужно десятки фильмов. Одно из самых заслуженных — вишня Жуковская с Херсонской области, Украина. Годы сделали с ней вот такую страшную штуку. На ней по-прежнему очень много ягоды, которая созреет. Крупная отборная вишня, культурная, созреет где-то только через месяц. Вот, ну и наконец, еще черешня. Вот. Вот этот абрикос у соседа, одной рукой посаженный, когда-то я выкупил у Байковой Галины Николаевны. И не пожалел. Только места не было. Пришлось садить на территории соседа. И, наконец, сегодняшняя тема — шелковица. На данный момент у меня единственное плодоносящее дерево. Изуродовываем. Вот оно. Сейчас я буду показать, как я буду обращаться с этими. Видите? Вот. Срезал прямо с плодами. Изуродовано страшно. Уже раз, два, три, восемь посылок по пять. Где-то 40 веток срезано было. Вот еще 10-20. И уже посматриваю на верхушку. Каждая ветка 200 рублей. Вот. А без манев никак не удается жить. Вот они, видите, это еще предстоит срезать, и уже секатор длинный уже наготове. Вот он. Говорил, что у меня страшнейшая аллергия. Но я обещал. Что я обещал? Сейчас все покажу. Пошли мы с вами разбираться с этими. Ага. Снял. И пошли. По пути. Вот так происходит укоренение. Сейчас я вам покажу 5-6 штук, которые я, так как то дерево, вот, посмотрите на него лишний раз. Она уже один раз убирала после таких обрезок. Вот, и может умереть до конца. Вот это растет смена. Видите? Это уже им исполнилось 2 года, пересаженные они небольшие. Но в рост пошли хорошо, хотя здесь достаточно много тени. Вот это с весны вот эти вот. Однолетцы были пересажены, им 2-й год пошел. А вот это вот самое удачное. Я его трогать не стал, пусть тут и растет. Хотя тоже помехи есть. Итак, и они должны быть еще иметь кустовидную форму. Почему? Потому что есть такой способ. Ветку наклонили, землей присыпали, вот вам и саженец. Когда ветка станет самостоятельной, когда корни пустят. Сейчас мы с вами зайдем в беседку и будем священно действовать. Да, разговаривать трудно, аллергия страшная. И купание в ледяном Енисее не помогает. Так, пришли. Тут рабочая обстановка. Сейчас все это уберем. Так. Сейчас все это уберем. Ну-ка, идет запись. Идет. Значит, делаем так. Освобождаем место. Как всегда, времени мало, ничего не успеваем. Вот. Вот они, ветки. Почти про каждую поговорим.
подготовка к переезду и укоренению. Так, если она будет стоять вот так вот, то что мы тут увидим? Так, я же с голым торсом сейчас срочно рубашку одеваю. Эту рубашку меня уже вся родня съела. Как ты ходишь в таком дрене? Вот. А поговорку никто не отменял. Своя рубашка ближе к телу. Сейчас быстро одеваю. Вот. И продолжаю разговор такой. Сегодня утром получаю письмо. Кажется, от москвича. Но там столько вопросов было. Вот. Такое впечатление, что он все 5 фильмов прошел, кое-что свеженьких. И не видел. Вот. Ну что ж, давайте почти все сначала. То ему скажу, то. Дерево я показал. Историю вы знаете. Это последняя моя супер находка. Вот. Которую я довел до полного пренебрежения к морозу. Так, сейчас мне надо сюда залезть. Так, как бы мне сесть, чтобы вы смотрели не на меня, а на эти. Смотрите, вот вы видите, все по-честному. Часто, когда высылаю, я вообще-то обычно прямо так. Сколько здесь можно считать штук, если они каждая по 200 рублей? Я считаю, что вот это стоит 200 рублей. Так, вот это. И вот эти по 100. С ее получится один чердак, второй, третий. И с какой-то долей вероятности четвертый это верхушка. Ну ладно, возьмем и разделим. Ну-ка, ягодки еще. Рановато. Так. И рассмотрим каждую. Здесь уже первая одна из секретов. Рекомендуется, у меня и так получалось, и так, оставлять небольшую пяточку прошлогоднюю, видите? Ну, чтобы срез был косой. Тогда, внимание, я обещаю как минимум 3 черенка. Человек возьмет вот эту вот, нижние две, отрежет листика. А вот этот листик, вот, и вот этот, и вот этот оставит. Значит, вот здесь отрежет. Одна будет. Запоминаем. Вот этот листик отрезаем. Вторая. Вот этот остается на, это, на укоренение. Две. Вот этот, так как вот этот кусочек длинный, его можно наполовину закопать, но это будет 3. А, здорово. Вот это 4. Это, как правило, мягонькая, незрелая, не укореняется, но вот это еще часть 5. Итак, теоретически 5. Я себя не жалею, почему мне тут добра всегда хватало, я укоренял из этого только 3. Но если чуть ужаться, сэкономить, то получается 4-5. Понятно, да? Ну вот с этих 2, 4 щенка получить можно. А это значит, что 200-то рублей точно стоит. Меня спросили, еще москвич спросил про длину. Вот это вот 15 сантиметров. Вот это. 15, 30, 45, 60. Итак, вот это 60 сантиметров. А я сказал, гарантирую 40-50. Значит, а это целиком лазит под сумку. Значит, я не только не обманул, а еще и план перевыполнил. Теперь давайте еще раз глядим, как всяко разное. Смотрите. Видите, какие мощные? Здесь 6, ну, здесь расстояния большие, да? А, видно, нет? Расстояния вот такие длинные. Получается, каждый фрагмент, это черенок, смотрите. Тут над почкой отрезал. Тут
отрезал, вот, наполовину закопал, вот он листик, вот он, вот, повторяю еще ниже, а то вдруг не видно. Итак, здесь отрезал, наполовину закопал, вот этот листик даст корни за счет своих способностей. Так, ладно. Теперь смотрим целиком. Вот человек получает вот такой вот. Один черенок, мощный, второй мощный, как бы с переполнением плана. Вот этот можно считать за целый, а можно за половинку, вот эти два целых будет. Итак, это три черенка. Это, помните, четыре черенка. И эти два из-за одного получается вот здесь пять черенков. Вот. Посмотрите на вот это вот. Видите, годом раньше я отрезал и также вам высылал на укоренение. Лучший укореняльщик у нас сейчас Алексей Иванович Челябинск. Вот. Открыл свое дело, вступил в союз творческий и с Латинковой Галиной, которая является женой вдовой Латинкова. Вот, и теперь вы можете уже покупать там готовые саженцы. Вот, а у меня черенки, вот они. Итак, получается вот это вот, одна посылка. Еще посмотрим. Это можно считать за целый, можно за половинку. Этот, внимание. Вот так прямо и посылка уйдет, вот так. Пусть сам разделяет. Одна, две, три, четыре полноценных. Вот. Этот пойдет за половинку. Так. Вот это особая ветка. Да. Все, что останется, я когда буду готовить посылку, у меня будут оставаться некоторые веточки вообще неполноценные. Для чего я их оставляю? Высушу и буду всю зиму лечиться от... У меня уже как бы есть определенная стадия диабета. Ну и что? Вот. Тот же Алексейка уже не только освоил технику выращивания саженцев из черенков, но уже испытал на своих родственниках и уверяет, что сахар снижается, если использовать вот эти листья. Настойте с этим листьем, или как там они, чаи и так далее. Вот. И вот интересная ветка, да? Наверное, я сделаю так. Разрежу пополам. Вот так вот ее. Наверное, это я сейчас могу это сделать. Если найду. Ну все. А вот он секатор. И я пробую это делать. Итак, чтобы залез в посылку и были полноценные веточки, а не полноценные, вот до сюда. О! Вот до сюда. Смотрите. Раз. Раз. Ага. А пусть будет. Раз. Одна пойдет 100%, вторая 100, и раз, два, три, по половинке. Итого 3, вот это 5 штук получается. Вот. Ну, когда я буду, иногда мне память не подводит, из Архангельской области я дружу со свинин Михаил. Вот, он заказал 5 черенков, наверное, я положу больше. Есть это причина. Когда-то он мне помогал материально, а я почему-то это помню. В общем, почти все. Дальше укоренение. Про это уже все и сказано. Вот, видели, вот. Сейчас мы еще раз ставлю и покажу. Так, за французский этот самый акцент, пожалуйста, меня простите. Еще раз посмотрим сверху. Посадка весной, однолетнего. И не пересаженный, лучше выглядит вот так.
Вот. Это, значит, было под бутылками. Здесь тень. Они не укрывали с помощью, помните, мой метод. Били колья, дотянули тряпку. Почему? Оттуда тень, отсюда тень, отсюда тень. И вот здесь вот этот питомничек под прозрачными бутылками листья не сгорели в солнечные дни. Вот. Ну вот, пожалуй, фильм надо заканчивать. Значит, еще раз. Уже несколько источников сообщили. Это я-то, который столько лет культивировал ее. Ну, правда, вначале неудачно, с сеянцами. Вот, которые давали плоды мельчайшие. Но я не знал, что она спасает от диабета. Вот. Я знаю, что из тех 8 человек, которые у меня заказали веточки, в среднем по 5 штук, вот, как минимум трое заказали от диабета. Посмотрим. Я же продолжаю со всеми общаться. Так же, как опять сейчас высылаю от онкологии 500 косточек. Вот. Очередной это уже бесплатно не мог, но оценил 10 рублей косточка. Вот. Ну, это сыновьям маньчжурского абрикоса. Якобы тоже помогает. Я не говорю помогает. Я говорю якобы, а Надежда умирает последней. И вот теперь диабет тоже штука неприятная, но теперь мы шукуется редчайшая вещь в Сибири и даже в России. Так уж принято. Только на юге растет, никому не мешает. Люди едят, не удивляются. А чуть на север, и обязательно надо в это купить саженец южный и заморозить. Купить и заморозить, купить и заморозить, купить и заморозить. Вот так принято. А перед вами самое северное, вот оно отсюда видно, самое северное в мире шелконичное дерево. Так сложилось. Вот знал бы я раньше про диабет, я бы таких 10 бы себе посадил. Росло себе одно, никого не мешало. Воды есть. Но там отсюда уже не хочется туда идти. Вертушка, которую я присобачил, она стоит неподвижно, значит, птица мешать не будет. Ну что, заканчиваем разговор. Итак, веточка, 100 рублей, вот, то, что плодоносит, сомневаться не будете. Так, самое интересное, самая мощная орешная ветка, соседям склонилась, а они забор забили, чтобы мы туда не ходили. Вот. Ну, правильно, конечно, зачем с соседями дружить, так поживем. Так вот, получается 200, минимальный заказ 5, но если уж совсем туго с деньгами, пусть 3 будет. Пересылка. Простая пересылка обошлась бы рублей, бы, может быть, 300-400. Вот. А ускоренная 500-600. Уже... Ой, жалко. Не могу показать квитанции далеко отсюда. Ускоренная, я на всякий случай прошу за нее все 600. Еще плюс сюда входит стоимость упаковки. Вот конверта. Это как вот пластмассовый. Конверт. Ну, все вроде сказал. Итого 5 штук, 1600 рублей. Извините за то, что я начал так работать, а закончил деньгами. Вот. Ну, что делать, время такое. До свидания, друзья. Сейчас все это отправится к вам. Но вначале замочка до завтра. Замочка у меня в этом ванной. Все, пока. Вам желаю удачи. И иметь такие же шелковицы, как у меня и у Алексея Алексея, лучшего моего ученика.